ребята. И сегодня мы снимаем обзорчик на Muscle Farm Amino 1. Знаменитый довольно комплекс. Вот. От Muscle Farm у нас. Здесь даже у нас при поддержке UFC. Вот. То есть не только для бодибилдинга, но и бойцы употребляют аминки. Но аминки всем спортсменам полезны. Вот. Сегодня просто попробуем их на вкус, посмотрим, что кого. А по ценнику такая баночка, это средняя банка, у них еще меньше, на сайте 5lb.ru стоит 1700 рублей. 1700. Вот, значит, вкус у нас, значит, ананас-манго. Pineapple mango. Вот, ну, давайте, собственно, перейдем к самой дегустации. Итак, вот мы находимся в дегустационной, так сказать, камере. Вот такие вот комплексные аминокислоты под названием Amino-1 от Muscle Farm. Вот написано, что Official Nutrition UFC. Вот. Типа у нас такая вот гибридная серия. Где она у нас? Вот. Ананас манго. Pineapple манго. Вот. Здесь у нас также содержатся, вот они в комплексе, да, здесь идет наш лейцин, изолейцин, валин, то есть БЦАшки, соотношение 3:1:2. Вот. Такая вот симпатичная баночка, это 1700. Так, официальный веб-сайт musclefarm.com, это у нас Штаты. Так, ну здесь написано, что аминки помогают спортсменам на тренировках и так далее, восстанавливаться, все дела. Хорошее быстрое всасывание у них. Давайте посмотрим, что у нас в этот комплекс входит. Вот это вот любопытно больше всего. Итак. Так, сейчас зум сфокусируем. Соответственно, сахар. Сахара нет у нас, это заебись. 2 грамма углеводов, витамин С, витамин В6, кальций. Так, ребят, что-то с фокусом вам не видно же нихера будет. Да? Что-то не то. Кальций, фосфор, магний. Содиум, блядь, я не помню, как он переводится. Блядь, фосфат, содиум, фосфат. Ну, короче, содиум, потассиум. Вот, собственно, эти БЦАшки, как я говорил, к соотношению лейцина 3, лейцина 1, изолейцин и 2 валина, то есть 3:1:2. Соотношение у них, ну, такое классическое, можно сказать, да. Также у нас глицинолуанин, другие вот эти аминокислоты, L-карнитин, L-тартат. Вот. Коэнзим Q10, даже антиоксиданты добавлены. Также у нас таурин добавлен. Так, что-то еще какая-то хиромантия. Всякие херни. Как-то вот так это все получается. Ну что ж, ладно, ребят. Нормальный такой комплекс. Отзыв попозже я расскажу, как он мне подействовал, как меня откатывал, как усваивался. Сейчас давайте просто попробуем на вкус. Вкусный будет он или нет. Ведь для меня лично вкус здесь принципиален. Недавно взял по акции данную баночку от Optimum Nutrition Super Amino. Стоила она по дешевке 1200 вместо 2500. Но знаете, я вам не рекомендую ее брать. Таблетки большие, невкусные. Я их, честно, задрался уже жрать их дофига. А кореш мой вообще купил, короче, знаете, какую? Вот такую вот банку этих таблеток и мучается до сих пор. Он их пополам раскусывает. Короче, неудачные. Так что для меня важно, чтобы были аминки вкусные, потому что аминок можно пить много, сколько хочешь, да? И я их лично использую на сушке. Знаете, каким образом, ребята? Смотрите. А на сушке я, кроме воды, ничего не пью. Вот сижу, я играю в доту, и мне охота, например, выпить сладенького. Пепси-колу, там, я не знаю, чай или, блядь, энергетик. А что я делаю? Их нельзя. В аминках, БЦАшке практически нет никогда 0 калорий, да? Берем, размешиваем и выпиваем. И вкусно, как бы, да, и не вредно, и полезно. Вот для этого. Так, здесь ложка должна быть мерная, насколько я понимаю. Сейчас мы ее найдем. Ага. Одна порция, одна ложка должна быть. Зелененькая от Muscle Farm, фирменная. Но, поверьте на слово, аминок много не бывает. Поэтому не волнуйтесь передозом. Особенно БЦАш, их надо дофига жрать, чтобы они работали. Так. Ну, запах пока неприятный, что-то мне не понравился запах. Попробуем на вкус и посмотрим, как растворяются. Специально взял небольшой прозрачный стакан, чтобы вам был виден цвет. И чтобы была концентрация небольшая, чтобы были такие погуще. В
вкус был более насыщенный. Конечно, в нем размешивать неудобно. У меня есть специальная бутылочка от Muscle Pharma, вот, для размешивания, но сейчас я не буду делать ее, потому что вам не будет ничего видно. Вот видим, неудобно его размешивать. Запах интересный. Запах интересный, напоминает запах такой сок, знаете, ананасовый сок напоминает мне. Должна быть небольшая пенка обычного БЦАшек у аминок. Вкусняшка, ребят, вкусняшка. Ну-ка. Да это чисто ананасовый сок, ребят, алхимический прям. Вот это вкусняшечка, ребята. Вкус вот этот замечательный Pineapple Mango. Замечательный. Очень вкусно. Утоляет жажду. Освежает. И вот кто на сушке, да, можно пить эти аминки всегда. То есть, когда вода заебывает, да, вам хочется чего-нибудь сладкого, нельзя. Выпили, полезно и вкусно. То есть, пейте их сколько хотите. Очень вкусный вкус. Я им ставлю 5 баллов из 5 по вкусу. Вот. По цене, в принципе, за 400 с лишним грамм, 1700 нормально. Посмотрим, как они будут на меня действовать. А потом я расскажу отзыв, когда закончу принимать его. Пока это 5 из 5. Классные вкусные аминки, всем рекомендую. И отзыв скажу про карнивор. Расскажу вам Raging Bull, который делали. Ссылку оставлю под видео, кто не видел. Пропил я его недели две, этот пакетик. Знаете, спалось с него херово и не пил больше, чем два раза в день. Потому что там было 125 миллиграмм кофеина на порцию. Это до хера. Ты две порции выпил, уже 300 грамм кофеина практически, да, 250. Спалось с него плохо, реально штука жесткая. Как предтрен не очень, но спишь ты с него плохо. Сильно много кофеина, на мой взгляд, поэтому не очень штука хорошая. Не рекомендовал бы вам брать, лучше обычный карнивор. А эта штука мне понравилась, будем дегустировать, пить. И потом я расскажу, соответственно, как она мне пошла. А пока вкус замечательный, 5 из 5. Берите, не пожалеете. Увидимся, пока.